175 выпускников ДГПУ окончили вуз на красный диплом. В актовом зале университета прошло торжественное чествование студентов с участием родителей, профессорско-преподавательского состава и актива университета. С приветственной речью ко всем присутствующим обратился исполняющий обязанности ректора ДГПУ Магомед Абдуллаев. Он отметил, что главное достижение университета – это его выпускники. Ректор напутствовал ребят не останавливаться на достигнутом и продолжать развивать свои способности и кругозор. Главное – учиться, трудиться и найти свое место в жизни, подчеркнул он. После чего отличников наградили грамотами и дипломами. В этот день особое внимание уделили именно родителям студентов. Они были награждены благодарственными письмами за достойное воспитание детей.